Всем привет, в эфире канал AliExpress Buyer, обзоры посылок из Китая. Как вы видели по превьюшке, сегодня я вам буду рассказывать про легендарную колонку Transmart Element Force. Много обзоров и распаковок уже снято про эту колонку, поэтому время терять не будем. Быстрый обзор по самым ключевым фишкам Transmart Element Force. Погнали! Кстати, досмотрите ролик до конца, там будет ссылка на специальный магазин, где можно получить скидку 10 баксов на эту колонку. Начнем, как всегда, с внешнего вида. Корпус колонки прорезиненный, спереди гриль сделан из пластика, обрамление тоже выполнено из пластика, специально нам показывают винты, чтобы некую такую брутальность и защищенность колонки подчеркнуть. Снизу резиновые ножки, на правом боку есть кольцо для крепления, сверху расположены кнопки. Спасибо компании Transmart, что сделали кнопки механические, то есть они отлично нажимаются. Слышно, как кликают. В отличие от предшественника Transmart Element Mega, где была сенсорная панель, это шаг вперед. Также сверху располагается площадка для коннекта телефона через NFC. На задней части колонки располагается заглушка, которая закрывает порты от попадания воды. За ней спрятан порт для зарядки USB Type-C. Огромный лайк компании Transmart за то, что поставили USB Type-C, а не устаревший micro-USB. У меня все мобильники сейчас и у жены тоже с USB Type-C. Порт для карт памяти microSD. Опять, это же огромный плюс, я за что люблю китайцев и Transmart, так это за microSD. Можно закачать музла и без интернета, без Bluetooth, просто пользоваться колонкой как отдельным самостоятельным девайсом. К сожалению, такие бренды, как Sony или JBL, не вставляют поддержку карт памяти в свои девайсы. Также порт Line-In для подключения колонки по AUX-проводу. Откроем заглушку, открывается она довольно туго. Порты располагаются в углублении. Плавно переходим к звуку. Здесь установлено два динамика и пассивный излучатель. Сейчас его видно через решетку. Китайцы заявляют здесь о мощности 40 Вт, но на самом деле реальная мощность этой колонки где-то 20-25 Вт. Естественно, как и все современные колонки, эту по технологии ТВС можно объединить в стереопару с другой колонкой. Что касается автономности, на средней громкости колонка проработала у меня 13 часов. Для использования в квартире 50% отличная громкость, больше и не требуется. А вот на максимальной громкости эта колонка проработала у меня всего лишь 4,5 часа. Это средний результат, нормальный. Можно было бы, конечно, и получше, но не стоит забывать, что можно с собой просто взять пауэрбанк, и колонка при зарядке воспроизводит музу, поэтому вы можете нормально продлить время работы. Ну что, давайте немного музычки послушаем, включаем. Как играет колонка, вы послушали, басит она нормально, лупит громко, то есть за свои бабки она отыгрывает просто идеально. Теперь можно о минусах колонки сказать. Лично мне бы хотелось, чтобы в ней была индикация заряда батареи, если ты используешь эту колонку как самостоятельное устройство, это было бы гораздо удобнее, потому что сейчас заряд колонки можно посмотреть только на телефоне, в трее около зарядки Bluetooth он отображается. Также неудобно доставать карточки microSD из-за того, что порт находится очень глубоко. Когда карточку надо вытащить, надо ее пальцами схватить, и пальцы сюда по толщине просто не залезают. Приходится использовать какой-то пинцетик, чтобы вытащить карту памяти. Также в этой колонке отсутствует FM-радио. Лично я не сильно обламываюсь, потому что FM-радио не слушаю, но уверен, что есть люди, которые слушают радио и были бы рады, если бы функциональность эта была в этой колонке. А теперь обещанный в начале ролика бонус. Все знают, что на AliExpress торгуют огромное количество различных
различных продавцов, и цены у них могут отличаться. Под этим роликом вы найдете ссылки на покупку Tronsmart Element Force на AliExpress у различных продавцов и на Яндекс.Маркете, если не хотите долго ждать из Китая. Но также в описании будет ссылка на особый магазин, который даст скидку $10, что на текущий момент примерно 650 рублей. Не особо много, но на пару пива, чтобы обмыть колонку, хватит. Но для получения скидки надо совершить некоторую магию. Пункт первый. Перейти по ссылке на Tronsmart Element Force в магазин, нажать на кнопку «Купить сейчас», найти поле «Оставить комментарий для продавца» и написать в нем «No Pending Price». Это и есть купон, за который дадут скидку в $10. Далее в пункте «Способы оплаты» надо выбрать другие способы оплаты, нажать на кнопку «Подтвердить и оплатить». Откроется окно ввода платежных данных, и это окно надо закрыть. Таким образом, мы совершили заказ на AliExpress, его будет видно в личном кабинете AliExpress «Мои заказы». Но этот заказ не оплачен, потому что мы закрыли окно, где надо было вводить данные банковской карты. Через какое-то время, обычно это пара часов, максимум 24 часа, продавец увидит наше сообщение No Pending Price и изменит цену на $10 ниже. Соответственно, вам через AliExpress придет уведомление о том, что цена снижена. После этого вы заходите в AliExpress «Мои заказы» и оплачиваете уже по сниженной цене. Возможно, схема немного сложная, но, как говорится в пословице, подлежащий камень вода не течет. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Вы смотрели каналы по ссылках из Китая или AliExpress Buyer. Всем пока!